Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем проходить игру Get Even. Понятно, ничего не обнаружено здесь у меня. Так, здесь нужно что-то разгадать. Оп, подождите секунду. Личность подтверждена. Джаспер Прада. Статус мертв. А я-то думал, мы все решим по-взрослому. Раз уж ты это сделаешь, то хоть посмотри мне в глаза, говнюк. Теперь мы знаем его имя. Джаспер Прада. И что это мне дает? Опять меня куда-то забрали. Так, держи ключи и садись за руль. Шеф, ну за что? Почему я всегда за баранкой? Дело в звании, сынок, в звании. Что за? Откуда я это помню? Вы этого не помните. Пандора сопоставляет ваши воспоминания с данными полиции из архива. Воспоминания разрушаются, надо идти дальше. Понятно. Ладно, пойдемте, ребята, дальше. Посмотрим, что там будет. Все очень запутано, ничего не понятно. Надеюсь, все-таки будет какая-то разгадка в этой игре. Помогите! Причем здесь эта девушка, взрыв, эти всякие убийцы тут. Так, дайте я подсветочку включу. Опять это место. Да, ваш разум явно нащупал какую-то связь между взрывом и этим Джаспером Прада. Удивительно, что она настолько отчетливая, как будто вас что-то тревожит. И опять я вижу впереди фотографию, да? Опять мы куда-то сейчас телепортируемся. Так, куда-то на улицу попали, да? Блэк, ради бога, быстрее, я в ловушке. Ты можешь все остановить. Судя по моим данным, вы сейчас в начале воспоминания, но мы до сих пор не знаем, почему вы здесь. Я пришел сюда, чтобы спасти Джаспера, я в этом уверен. Осторожно, Блэк, вы начали строить теории, думайте только о фактах, иначе вы повредите данные. Не иди к черту, Ред, я знаю, почему я здесь. Так, ну я так понимаю, это полицейский у нас, да? Или нет? Да, полицейский. Опять какая-то голограмма. Так, что здесь? Да чё ты прицелился? Я не скажу тебе, где я сейчас. Иди нахер, не лезь в это дело. Ты уже здесь ни при чем, и никак в это не можешь повлиять. Так иди в жопу и не вмешивайся. Да, очень продуктивный разговор был. Ладно, пойдемте посмотрим. Что тут у нас? Опять эти руины, опять эти развалины. Мистер Блэк, вы, кажется, упустили какие-то улики. Вы уверены, что нашли все? Я уже, если честно, ни в чем не уверен. А? Так, дверь. Зайти не могу. Так, это что? Блэк, я изучил полученные данные. Вы нарушили протокол, увлеклись гипотезами и не смогли собрать улики. Из-за чего расследование потеряло дальнейший смысл. Я вас вытащу. Нет, Ред, еще рано, я уже близко. Я уже близко к чему? Так, чувак какой-то. Он что делает? Эй, братишка, успокойся. Оу! Тихо, 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 хорош. Чё-то я немного, ребята, не пойму, какого хрена он делает. Так и должно быть или чё? Блин, я не могу даже оружие здесь применить. Ё-моё, погиб. Хватит, с меня хватит этого бреда. Вы меня вытащили? Говорю же, вы начали строить догадки. Пандора беспристрастна, Блэк. Берите с нее пример. Может, вы и впрямь пришли туда, чтобы спасти Джаспера?
Но как только вы принимаете это за истину, вы нарушаете симуляцию и подвергаете память сомнению. Продолжайте в том же духе, и правду мы с вами не раскроем. Может, я не хочу ничего раскрывать? Еще как хотите, мистер Блэк, иначе бы вы не пришли сюда за ответами. Да. Ну, я так понял, тут Джаспера вроде бы ведут. Что за бредятина, а? Опять я в этой дурке, да? Блэк, давайте на сей раз попробуем другой вариант. И какой же? Я хочу начать до того, как был убит Прада. Хотите, чтобы я попытался снова спасти Джаспера? Мистер Блэк, пытаться не надо. Для вас все подготовлено. Расслабьтесь, изучайте мир. Да, хорошо. Опять изучайте... Какой изучайте мир? Я нахожусь в этой дурке. Нашли мне тоже мир. Так, сюда не пройти. Так, я вижу опять фотографию. Опять куда-то летим. Изучать мир. Я бы, наверное, назвал это немножко по-другому. Вспоминать прошлое, скорее всего. Превосходно, мистер Блэк. Вы используете все инструменты, что я вам дал. Я ценю ваше усердие. Думаю, мы быстро завершим это расследование. Ага, мы опять с вами попали в архив. В архив воспоминаний, так сказать. Так, это все данные, что я насобирал. Все эти фотографии, улики. Так, а тут что? Слушай, это я. Объясни мне, что за херня тут творится и где тебя черти носят? Тебе за многое предстоит ответить. Ты это знаешь. Перезвони мне, как только это услышишь, иначе потом пожалеешь. Да. Слишком много всего здесь запутанного, ребят. В 1994 году закончил университет Саммерфилда по специальности криминология. Поступил на работу в управление полиции Северна в 1995 и получил награду за отвагу в 2009. И что мне это даст? Абсолютно ничего. Блин, надо отсюда сматываться. Делать мне здесь нечего. Опять эта дурка. Ну ладно, давайте будем смотреть дальше, что тут будет происходить у нас. Так, сюда не заходит. Так, эти двери тоже закрыты. Да, здесь вообще нет ручки. Тут тоже. Значит, возвращаться обратно надо. Так, записочка. До сих пор неизвестно, кто и за что убил Джаспера Прада. Чедвик уверен, что это преступление связано с наркотиками. Я допросил Джареда Портера и Итана Хэмилтона. Чедвик побеседовал с Джоном Линденом и Альбертом Холлом, но, похоже, мы так и не сдвинулись с мертвой точки. В телефонной книге Прада были и другие номера, но один из них был наркодилером, а остальные друзья, похоже, просто клиенты. Ясно. Так, рапорт инцидента. Ну, здесь ничего хорошего не написано. Описание, да, значит, 20 июня примерно в 2 часа нам поступил звонок в сообщение от теле, которое лежало на территории пустующего склада около трассы 10. Сотрудники полиции, прибывшие на место, подтвердили обнаружение одного тела. Смерть наступила от огнестрельного ранения в голову, документов на месте происшествия найдено не было. Для опознания тела потребуется криминалистическая экспертиза. Вскрытие состоится в пятницу. На месте происшествия были найдены гильзы от пистолета, который также был найден там, примерно в 3 метрах от тела жертвы. Понятно. Так, фотографии. Так, диктофон там лежит. Ага, опять фотография. Так, что, нам можно туда пройти, получается? Что, будем идти или нырять? Давайте, наверное, пройдем, посмотрим. Все закрыто. Не пройти. Оп. Дверь закрыли за мной, замечательно.
Это что у нас тут? Опять записочки. Прочитал? Угу, чё скажешь? Хреново, что он крыса. Ага. Ну, я не знаю, стоит ли его убирать. Понятно. Так, диктофон. О, мы это слышали уже, кстати. Интересно, как это... Диктофон только нашли, а запись уже прослушали. Полиция зашла в тупик, но я знал жертву. Это был Джаспер Прада. Так, здесь мы украли прототип у Роджера Говарда. Так, произошло убийство. Здесь мы будем лечиться. Так, это я проснулся в лечебнице. Это взрыв девушки. Я Колу Блэк, и это все, что я помню. И спасти девушку. Больше никакой информации нету. Так, ну что, давайте посмотрим. Новый мемуар. А что я вообще здесь должен сделать-то? Так, тепловизор. Давайте, наверное... Так, сообщений нет. Может быть, сканер? Ну, по сканеру я ничего не вижу. Да, и выйти не могу, ребят. Дверь закрылась за мной. Так, этот выключатель не работает. И что же вы мне прикажете делать? Как отсюда выбираться? Так, ага, здесь тоже ничего нету. А, вот, фотография. Маленькая неприметливая фотография висела на доске. Так, где я в прошлый раз ошибся? Вы просто заблудились, Блэк, только всего. Судя по моим данным, большая часть этого воспоминания еще не изучена, так что сосредоточьтесь и не стройте гипотез. Изучите воспоминания целиком. Расслабиться и изучить. Очень хорошо, мистер Блэк, успокойтесь и осмотритесь. Расслабиться и рассмотреть, да, значит, ладно. Помните, это то же самое воспоминание, но чуть раньше. Нам нужно разобраться, что все-таки случилось. Ясно. Это воспоминание слегка нестабильно, мистер Блэк. Не советую вам размахивать пистолетом. Будет лучше, если вас не увидят. Конечно. Где-то стрельба, по ходу дела, да? Ну, будем надеяться. А, вот, вот, ребята, смотрите. Стоят там по мишеням, по ходу дела, шмаляют. Не понимаю, так что там Джаспер натворил? Говорят, решил все сделать по-своему. Ну и что случилось? Не знаю, сверху пришел приказ доставить его любой ценой. А что тогда насчет Джаспера? Он пытался помешать, тупица. Да он еще салага, научится. Если его выпустят. Так, тут, ага, два чувачка здесь сидят. Один стреляет, другой балдеет. Ясно. Не пойдем на рожон. Хотя можно было бы их, в принципе, тут чикнуть. Что за фотография? Ага. Джаспер, Уэсли, Тофик, Ахилл. Какие-то наемники, что ли? Получается так. Блин, а куда мне идти-то надо? Не врублюсь. Ну-ка, давайте глянем по карте. По карте нифига толком не показано. Как говорится, иди наугад.
Давайте подойдем вон там, я вижу, вроде как ворота должны быть. И будем надеяться на то, что они меня не увидят. По-моему, ворота-то закрыты, ну да. А эти? Понятно, выйти я не могу отсюда. При любом желании я в тупике. Добраться до Джаспера, пока его не убили. Такое вот у меня задание, ребят. Блин, взять будь просто-напросто этих двух сосунков. Грохнуть прямо здесь на месте, да и все. И не париться, да? Но мне сказали не размахивать пистолетом. Не знаю почему. Воспоминания, видите ли, нестабильные. Могу что-то тут нарушить. Тогда мне надо как-то перебраться через эту стену. Ага, заперто с другой стороны. И о чем это может говорить нам? Что надо как-то туда по-другому перебраться. Стены слишком высоки, я не смогу через них перелезть. К тому же я не умею прыгать. Почему-то странно, в этой игре я не могу прыгать. Может быть, сесть в тачку, да пробить эти ворота? Ага, как бы не так. Он не садится в нее. Блин, прыгать мы не умеем. Ё-моё, я бы так бы на эти ящики бы запрыгнул. Ну и сиганул, естественно, на ту сторону. Ну, видите, да? Что за стеной? Ходят охранники там. Давайте сканировать тогда. О! Так, отлично. Мы взяли просто-напросто стену, убрали. Но если честно сказать, то все равно слишком высоко. Мы не сможем... Да, не сможем мы туда попасть, потому что нет кнопки прыжка. Идиотизм какой-то, а? Вон там чувачки стоят у нас. Так, больше я, по ходу дела, здесь ничего не обнаружу. Так и есть. А, нет, смотрите-ка, ребят. Так, преграда, якобы, да? Но мне-то от этого не легче. Блин, что делать-то? Здесь нам не пройти. Тут слишком высоко, чтобы перепрыгнуть, чтобы пройти. Чё за дебилизм? Почему нет кнопки прыжка здесь? Вообще, это нонсенс какой-то в таких играх. Может быть, тех двух балбесов завалить, а? Плевать, как говорится, на устав. Мне дали задание не размахивать здесь пушкой. А я возьму, да их всех шваркну. Вообще, блин. Через эту преграду он мог бы даже перешагнуть, элементарно. Вот так вот оно будет лучше, я думаю. Слушай, смотрите, у меня два. Один без глушака ствол, а другой с глушаком. Поэтому лучше... Лучше возьмем с глушителем. Давайте начнем потихоньку. Надоело. Любоваться, как говорится, на них, на всех. Этих тоже в расход. Stop
Я же просил вас не нарушать хоть события, мистер Блэк. Прекратите стрелять, у нас мало времени. Действуйте скрытно. Да пошел ты! Действуйте скрытно, блин. Для начала проход мне открыл бы, блин, а потом бы требовал. Опа, на, ребят, смотрите. Что я обнаружил? Где мой сканер? Сканер, сканер, вот он. Так. Где-то здесь. Ага, вот оно, это место. Подождите, надо, по ходу дела, без оружия делать. Иначе он у меня почему-то стреляет. Так, давайте просто возьмем планшет. Все, теперь можно спокойно пролазить. А мне в любом случае пришлось бы их убрать. Я бы втихаря бы здесь не сделал бы. Так. Ага, где-то здесь прямо недалеко цель ходит. А, он сыт. Ха-ха. Ну что ж, сыкунок. Отлично. Как говорится, не в нужном месте, не в нужное время ты оказался, браток. Че, возьмем? О, шикарно. Ну, пистолет нам не нужен. Пойдемте с вами далее. Так, пока вроде тихо. Никого нету. О-о-о, тихо. Ща мы его по-быренькому-то здесь и положим. Нормально. Без шума, без криков, все по-тихому. И он мне еще говорит, действуй здесь скрытно. Ни хрена он дает, блин. Врагов больше, чем надо. Я тут должен был бегать по кустам, что ли, ныкаться? Как бы не так. Помойка. Ну-ка, ага, проходим внутрь. Опять. Мистер Блэк, кажется, с этими воспоминаниями снова что-то случилось. Оно крайне нестабильное. Я постараюсь его отладить. А пока я вам отправлю изображение. Используйте его, чтобы выйти. Да ты заколебал. Что-то все нестабильное. У тебя какие-то воспоминания ты мне делаешь. Операция уже началась. Так, они не сканируются у нас. Как ни странно. И сюда я, наверное, не зайду. Да, тупик. Тепловизор тоже ничего не показывает. Где твоя фото? О, а это что такое у нас? Ага, это просто преграда. Так, найдите картинку с двоичным кодом и войдите в следственную комнату. А где картинка? Вижу, ребята, вот она. Опять в следственную комнату. Поехали. Опа. Я снова оказался в этой вашей картотеке. А что это такое? Оружие, мистер Блэк. Ваш личный арсенал, так сказать. Кажется, вы говорили, что мне не следует убивать. Что-то там насчет искажения воспоминаний. Чем больше вещдоков вы найдете, тем меньше риск искажений. То есть мне нужно собрать все вещдоки для каждой доски? Это вам решать, мистер Блэк, но если вы это сделаете, воспоминания станут гораздо стабильнее, и я смогу чаще дарить вам новые игрушки. Договорились. Неплохо, ребята. Ух ты, тут смотрите-ка, сколько стендов для оружия.
Короче, чем больше я вещдоков буду ему добывать, тем круче будут пушки мне доставаться, значит, да? Поехали отсюда. Нет, только не дурка. А, кажется, все наладилось. Приступим. А, нет, я здесь же оказался, ребята, все нормально. Ну что ж, давайте продвигаться. Воу-воу, сколько там врагов-то у нас. Надо быть крайне аккуратно. Я не пойму, у нас какой-то, знаете, игра напоминает мне психологический триллер, экшен, детектив. Тут, короче, столько жанров собрали в одно целое. Так, давайте-ка вот этого. Курение убивает, верно? Верно. Пока все хорошо, ребят. Никто меня не запалил. Так, этот идет туда. Можно его со спины сейчас, в принципе, накумарить, ага. Отлично. Так, кто следующий? О, тут-то. Давайте-ка, наверное. Елки-палки, там сверху. Блин, пропалил, что ли, меня? Походу дела, да, спускается. Ну-ка, есть его. Блин, не успею. Надо куда-то смыться, ребят. Тут у нас есть лестница. Может быть, на нее подняться? Так, отлично. В принципе, отсюда неплохо вести. Тихо, тихо, тихо. Ага, он мало того, что он спустился, он еще сказал, что он видел меня. Но не меня, точнее, он что-то видел подозрительное. И решил проверить, и он уже это проверил, да? Отлично. Сейчас мы ими здесь и займемся. Блин, они теперь все взбаламутились. Ну что ж, наверное, приступим с вами потихонечку здесь расчищать все. Вот этот будет первым у нас. Ух, какого хера? Как меня заметили? Не пойму. Хм. Странно. Он был повернут спиной ко мне. Увидеть он меня не мог. А, ну понятно, ребят, смотрите, пол-то, блин, дрявый. Естественно, через него можно заметить. Ладно, приступаем. Ах, ты чмошник. Отлично. Тут где-то еще один бегает, вон он. Высунулся. И последний, я смотрю, там. Нет, еще двое, ребята, здесь их. Ладно, сейчас я их по-быренькому уберу. Бегает, бегает, бегает. Куда-то, куда-то обратно побежал. Неужели хочет ко мне подняться, а? Нет. Ныкается там. Извини, браток. И теперь уже точно последний. Где-то, где-то прямо подо мной здесь. А, вот он. Типа спрятался. Все. Как говорится, чисто.
Ну что, теперь, наверное, можно туда нам продвигаться. Вперед. А, это мы на улицу опять вышли. Ну ладно. Так, вроде тихо. Никого нету. Так, это что такое? Кто тут скулит еще? Так, опять записочка. Джаспер работал втихаря почти 10 лет. Отслужил в армии в 90-х, где впервые познакомился с людьми, на которых теперь работает по найму. Уволился в запас. Любит расслабиться с марихуаной, катом и экстази. Попутно зарабатывает на их продаже. Торгует небольшим количеством, чтобы не засветиться. Непредсказуем и эксцентричен. Но вместе с тем лучший из известных мне наемников. Ага, он еще наемник у нас, значит. Это Джаспер. А, ну да, мы же видели с вами фотографию. Так, давайте сюда пойдем. Слушайте, я же здесь уже был, елки-палки. Как раз... Как раз, как говорится, его здесь, по-моему, и убили, этого Джаспера. Так, осмотреть. Джаспер, он знает, и он идет за тобой. Встретимся в особняке. Я же в пути, Роуз. Ага. Воспоминаний о Джаспере все еще нет. Зато я нашел его телефон. Что произошло опять? Ты привел меня out, Red. Ред, это вы меня вытащили. Я не чувствую боли. И мысль уже не путается. Ред, вы это видели? У нас теперь есть имя и место. Роуз и особняк. Ред. Ред, вы где? Ред. Блэк, походу дело нас с тобой кинули, как я могу понимать. Ну что, дорогие мои, на этой ноте я буду завершать свою серию. Всем спасибо за просмотр, мы обязательно увидимся в следующем выпуске. А на этом все, всем пока и до новых видосиков. Всем удачи, ребята.